В вопросе предоставления государственных и муниципальных услуг Иваново впереди планеты всей, а точнее впереди других регионов страны. В минувшую пятницу губернатор Михаил Мень принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева по вопросу создания многофункциональных центров. На мероприятии премьер-министр поддержал озвученную главой региона идею открытия МФЦ в торговых комплексах. В настоящее время в Ивановской области их всего 7. Основная задача сейчас, по мнению губернатора, расширение практики одного окна и развертывание сети МФЦ по всей территории области. К концу 2015 года в муниципальных образованиях региона планируется создать 21 многофункциональный центр.